Экипажи военно-транспортных Ан-12 и Ан-26 Тверского авиагарнизона Мигалова показали мастерство управления самолетами при полете на предельно малой высоте. Летчики выполняли проход над взлетно-посадочной полосой, сообщает пресс-служба Министерства обороны. Расстояние от самолета до земли при этом составляло 50 метров и даже меньше. Кроме того, в ходе контрольной проверки по итогам учебного периода экипажи ВТА отрабатывали порядок действий при различных нештатных ситуациях. Особое внимание уделялось посадке самолетов с уходом на второй круг и взаимодействию с группами руководства полетами на аэродромах.